Значит так, ребят, еще один интересный момент. В Старбале сделали гениальное решение для любителей серьезных ПВЕ проблемок и вообще хардкорных ПВЕшников, у которых жесткая такая прошивка на копание. Значит, тут есть инструкция. И типа копание астероидов на скорость. Ну, вернее, не на скорость, на эффективность. Смысл какой? Ты, когда ты бомж, вообще только начинаешь игру, тебе предлагают работы. Одна из работ — это геркой херачить астероиды. И давайте сейчас попробую поставить некоторый рекорд и посмотрим, как типа лютые копальщики смогут меня переплюнуть или нет в своем. У них же огромный опыт этого дела, то есть они этим занимаются всю жизнь. И я хочу сравнить. И тут мы можем это, кстати, сделать. Вот, когда у людей будет доступ, посмотрим, как они справятся. Соответственно, в чем смысл? Спавним новый астероид, копаем и зарабатываем какие-то деньги и очки. Ну давайте, погнали. То есть какой смысл? Типа на скорость, скобка на скорость. Я туда попадаю, на самом деле. В чем прикол? Есть руда ценная, которая вот в середине, а есть руда беспонтовая. Беспонтовую руду лучше откалывать вот такими большими кусками. Ценную руду надо фигачить, как бы себе сбежать. Вот, соответственно, кто это эффективнее делает, у того и тому и профит. То есть в чем прикол? Вот здесь вот, видите, кредитов в минуту. Вот у меня 20 тысяч там было. Сейчас, может быть, еще быстрее получится. Соответственно, есть смысл покопать так минут 10 и посмотреть, кто круче ПВЕшек и копальщик. Обычно всегда очень много разговоров, что вот, а мы сейчас накопаем и вообще. Ну вот и давайте, это отличный способ проверить. Ой, подожди. Отличный способ проверить, кто вообще, насколько круто вы копаете. Так, давайте сейчас я поколю эти астероиды, посмотрим. Там двадцатка, там сложно больше двадцатки набрать, если вот так вот в среднем. Черт, промазал, вот это было неэффективно вообще ни разу. Так, все это улетело, да? 17 мало, надо было 20-ку черта выкапывать. Это потому что один раз промазал. Все из-за этого. О, все, прям эта штука вся уехала. Заебись. Так, уехала. Так, сколько у меня? Я думаю, всякие, знаете, типа там Мефисто, вот эти всякие чувачки, там борода из живя, и вообще все живя, они должны прям кайфовать, что такая возможность существует, и можно вот так вот помериться, кто там ближе ПВЕ, у кого кто там сможет 120 человек подогнать, чтобы они до хера копали. Короче, мне кажется, это прям гениальную фишку придумали Старбале. Прям можно мерить свои персоны в ПВЕ. Это прям, я думаю, мечта для некоторых. И у тебя есть объективный результат. Вот сколько он у меня? 28 минут я копаю. Ну, блин, можно больше, насколько я помню. Но это надо скиллуху проявить. Опс, так, уехала. А это что? Блин, это уехало или что? Иди сюда, алло. Поставил. Мне все-таки что-то больше 20 что-то не получается. Да, видимо, фигово из такого ешь. Ничего, сейчас. Там какие-то очень астероиды, там есть получше астероиды. В этом более удобные. 19, блин. Теряю скиллы. Копать. Сейчас накопаем, простите. Так. Ой, туда побежал. Так, 20 и... Ну, блин, больше 20-ки тут сложновато, да? Может, кстати, неправильно копаю, не знаю. Ребята, скажите, правильно копаю или нет у вас? Я полюбасу больше, чем у меня в таких делах.
копателя. Копай больше, меньше времени. Возьми руду, это смысл. О, 20, блин, на 21 даже. Не могу, что ж такое. Сейчас, ладно. Ну, тут маленький осторожен тут, блин. Так, давай, давай, давай. Блин, опять 19 свалился. Может, тут вообще уже надо разбавить. Давай попробуем вообще не разбавить. Просто сразу херачить. Ну, по-любому, чтобы он как бы ушел, нужно... парочку раз его левой кнопкой тоже долбануть. Чтобы он улетел, тут его надо немножко возвращать. Так, 20, блин, 21, видите, не получается. Может, надо... Окей, давай просто левый. То есть, по правому ударом. Ой, чуть я промазал, алё. А, тут вот еще часть осталась. Отсюда. Нет, сразу его надо разламывать, иначе большие куски они туда помещают, что ли, или что-то. 21, о, слушай, 21 было. Сейчас, да, попробуем, может, 22. Ну, нет, 22 это уже прям... Многолетний профессионал копки, я думаю, должен быть. Такой суровый полувечер, пожалуйста. Мега хардкорный полувечер, и только справится с этим. Я тут такой... Я сдаюсь сразу, верно? Не, ну сейчас попробуем. Блин, ну вот эти камни, давайте уезжать отсюда. Давай. Все, мотай отсюда. 21. Но... Не знаю. Раз 22 уже не получится. Это слишком круто. Это уже все. Это уровень чемпионов там и так далее. Я слишком казуальный телек. Так, все, давайте разламывать. Опс, промах. Промах это всегда плохо. В данном виде есть. Так, что ты не улетаешь? Улетай давай. Ой, еще промах. Активность моя резко падает. Чё ж он такой здоровый-то старый? Все или нет? Вот на этих частях, конечно, сейчас провафлю. Да, 20 упало, правда. Ой, не туда ударил, ой, господи. Ой, сейчас вообще у меня упадет. Ой, сейчас, наверное, в 19 скачет. Ой, вот это я зря прыгнул. Ой, не туда. Каждый промах это прям как сердце по яйцам фактически. Все, ушло, отлично. О, на 21 вышло, слушай, неплохо. Так, где туда? Достаточно идет, потому что много крутых целей. Она прям хорошо упакована. Фигачим. Так, а вот здесь уже, по-моему, пора начать его распределять. Все, так. Оп, 21,5. Слушай, эффективность моя подрастает. Так, ой, этот он плохо разлетелся сейчас.
стоишь, блин, так. О, 22, йо, новый рекорд. Слушай, я охренел, повыезжал. На деле. Давай, матрица, матрица, все круто. Давай. Так, сок там 22, 6. Я что-то забыл, сок там было 22, так и держалось это вроде, или 23 у меня было все. Нет, 22, по-моему, это... Это все, это некий предел. Так. Блин, вот это, конечно, сейчас мне вбить. Да, да, а, 22,5. Ладно. Ой, вот это что? Да. Удар. На мать, я куда ты полетел? 22, да, опять падает. О, опять этот маленький астероид хреновый. Этот маленький астероид запарывает всю малину. С другой стороны, сейчас он быстро улетел. Сейчас хорошая большая часть полетела. Блин, я что-то прям какой-то у меня раз даже. О, сейчас вообще хорошо, 22-30. Прям какой-то ПВЕ челлендж такой, серьезный. Так,
давай. Ага, отлично, отлично. Так, это взяли. Сколько? О, 23! Ёптить нас! Да я просто в ударе вообще, в КВЕ ударе. Когда так вывешал люки, когда? Вообще просто гениальная идея, ПВЕ дрочево на время, это вообще это просто это супер. Мечта, мечта для некоторых людей. Все, все, давай, 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 давай. Летаем. Ну, давай, 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 уматывай отсюда. Че висишь-то, ёпарасотел, походи, че шащу. Так, а, вот, черт, упала продуктивность из-за этого. Не понял. А, чёрт. Вот это я, конечно, сейчас сплоховал. Пытался маленький кусочек не добить. Ой, не туда ударил. Эх. Ну, давай, 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 все, камни, улетайте. Да, сейчас падает. За этих мало. Хорошо, 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 здесь уже так. Давай, 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 улетай, улетай, улетай. Так, отлично. Сколько? На 20? Наверное, вряд ли. Так, что у нас? Вот 22. Нет, пока не выходим на 23. В принципе, ты сейчас постараюсь. Нормально. Можно. Что, все же закончилось? Что-то какой-то вообще беспонтовый кусок попался без руды. Ай, ну надо как-то теперь, блин, чтобы он все улетел. Огромнейший кусок без руды. Вернее, только с базовой руды. Это вообще фигово. Давай, улетай отсюда. О, сейчас у меня вообще заходит, походу, все это. 24, да, падает, падает. А, давай, ну вот. Где? Блядь, вот это еще одно запорит. Блин, падает, падает продуктивность. А, черт возьми, черт подери. Помните, как бриллианты в руке, да? Вот примерно такая фигня. Не, ну все, на уровень, наверное, 23 я уже не выведу. О, слушай, хорошо. 22. Так, где у нас? Сейчас подожди, попробуем как вышибание руды. Сначала просто ценные руды по центру, и потом уже когда она закончится, я буду левой кнопкой забивать на большую часть. Потому что вот они что-то как-то разлетаются, они плохо очень. Когда они. Как-то... Ой, сколько
удары мимо. Это провал. Давайте, 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 давайте. Ага, да. Не прикольно. Что такое-то, алло? Ёперный театр. Ой, черт падает опять. Ладно, давайте. Сначала этого дупа. Обёрт. О, как там тут еще пять. Как бы, ну самое эффективное это грабить руду себе вот так вот в рюкзак. Это самый эффективный удар, ничего не может быть эффективнее. А все остальное это как бы разламывать вот эти гребаные остатки. Ой, блин. Случайно. И уже это успех. А, тут еще. Блин, вот этот строит, он самый маленький, самый гадкий. Он запарывает. Сейчас всю малину, можно сказать. Ладно. Ладно, челлендж такой немножко затягивающий. Ну, может быть, все-таки я выйду на 23 еще разок или нет. В принципе, улетел. Ладно, короче, блин, сколько? 22 минуты я потратил на эту херню. Короче, мой рекорд 23. 23 с небольшим там было. Значит, накопал я, ох, 490 тысяч кредитов. В принципе, когда ты бомж, у тебя вообще ничего нет, это неплохой способ набрать первоначальные бабки. Ну, собственно, давайте челлендж, кто больше меня накопает, тот пусть и рассказывает мне про ПВЕ. А еще раз спасибо за просмотр. Всем счастливо.